Да. 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 Говори. В таком случае, пойдем дальше. Я этого ожидал. Хорошо. Как скажешь. Равно как один мир, одна жизнь. Некогда болтать, радость моя. Сейчас обед. Сестра, это невежливо. Но это ведь правда. Разве не так сказано в песне? Не можете вы лгать, ибо истина лишь одна. Да пребудут с тобой благословения Создателя и Андрасты, невесты его. Кромешная тьма перед первым лучом рассвета кажется вечной. Знаю. Во имя Андрасты, невесты Создателя, добро пожаловать в сей дом. Пока собор закрыт, можешь обращаться к сестре Ольме, если тебе понадобятся свадебные или погребальные обряды. Кто-то умер? Я помню похороны. Король Кайлан умер, помнишь? Вместе с большей частью армии при Астагаре. Да направит их Создатель. Да укажет тебе путь свет Создателя. Какой контраст! Даже в такой черный день так светло и ясно. Ой, прошу прощения, я уже думаю вслух. Ты пришел взглянуть на объявление? Я сестра Джустина, попечительница реликвария этой церкви. Ну вот, опять гордыня. Как же нелегко следовать примеру Андрасты. Архивариус заботится о книгах, а я — о священных реликвиях.
Кроме того, я разыскиваю новые реликвии для пополнения нашей коллекции, а это куда труднее, чем может показаться. Любой уличный торговец заявляет, будто у него есть палец самой Андрасты. Да только в этом городе из одних пальцев можно составить скелеты 10 пророчиц. И ведь попечители часто принимают такие реликвии, как подлинники. Я сомневаюсь в подлинности даже самых священных наших артефактов. Когда я была попечительницей в гораздо более маленькой церкви в Орлее, то верила, что поддельные реликвии так расходятся из-за общей лености. Однако не все в мире так просто. И это объяснение всегда казалось мне поверхностным. Сейчас я полагаю, что всему виной соблазн божественного. Все мы хотим самолично прикоснуться к Создателю. Нам хочется верить, что мы держим в своих руках ту самую сандалию, которая упала с ноги Андрасты за миг до того, как пророчицу поглотило пламя. Вера порождена не разумом, а сердцем. И когда порывами сердца не правит здравый смысл, этим без труда пользуются шарлатаны. И это часто близко к ереси. Однако же я верю, что правда не умолит, а только увеличит благоговение перед Создателем и его пророчицей. Даже фальшивые символы могут порождать истинное воодушевление. И все же мне кажется, что с каждым годом мы все меньше соприкасаемся с подлинной Андрасты. Ты и так уже проявила поразительное терпение, выслушивая мои речи. Я не стану больше тебя утомлять. Достаточно сказать, что я ищу для церкви священные реликвии и определяю их по... Но есть одна реликвия, которая может быть подлинной. Я так и не сумела доказать, что это подделка. Теперь ты, быть может, поймешь, почему я такой скептик. Так много громких слов и так мало правды. Конечно, мои исследования показали, что весь пепел был собран то ли в кувшин, то ли в урну. Но она давным-давно потеряна. Правда, это не мешает уличным торговцам продавать легковерным паломникам щепотки праха Андрасты. Подлинный прах, скорее всего, где-то спрятали. Но может статься, что урна разбилась. Да, конечно, приятно тебе провести время в церкви. Рада снова тебя видеть. Да, конечно, приятно тебе провести время в церкви. Равно как один мир. Одна жизнь, одна смерть и один дух. И это... Добрый день. Оживленная тут торговля, не так ли? Отдохни здесь. У меня тут лучший выбор цветов и орлесианских аромамасел во всем Денериме. Может, для тебя? Есть расслабляющие масла для ванны. А приятный запах не полезен? Фирелден уже не варварами заселен. Люди судят по запаху так же, как и по виду и по звукам. Но ты выглядишь более вооруженной, чем большинство моих клиентов. Ты верно ищешь кузнеца Вейда, а потом отправишься на юг? Он настоящий мастер, правда? Я из Орле. Слыхал о таком? Денерим хороший город, но я скучаю по Авалруайо. В это время года там очень красиво. В Орле столько всего хорошего, но иногда там не очень хорошо быть простолюдином. У брата были неприятности с шевалье, и мы вскоре уехали. Вы тут так мало знаете об Орле. Шевалье – рыцари самого высокого ранга, самые искусные в мире, с исключительной дисциплиной. За их службу им полагаются... привилегии. Они могут делать что угодно с людьми более низкого сословия. Шевалье,
мной заинтересовался. Это было его право, но я этого не хотела. В ярости мой брат ударил его горшком по голове. А это почти предательство. Той же ночью мы уехали сюда. Может, у тебя на родине это и считается правильным, но у людей порой все не так просто. Многие преклоняются перед шевалье за их мастерство, честь и деяния, а другие попросту боятся, как мыши в логове кошки. Прошу меня извинить, у меня кружится голова. В чем дело? Мне надо работать. Ладно. Гномьи изделия. Превосходные гномьи изделия прямо из Арзамара. На днях я говорил с одним охотником. Приветствую вас, миледи. Что я могу предложить тебе, незнакомка? Да благословит тебя Создатель, страна. Да? Что ты тут делаешь? Меня зовут Вейлон. Я помощник ученого брата Дженитиви. Это его дом. Значит, нас таких двое. Я не видел брата Дженитиви уже несколько недель. Он не сообщил о себе ни слова. Это так на него не похоже. Боюсь, не случилось ли с ним чего. Дженитиви так увлечен поисками урны, что мог попасть в беду. Быть может... Урна была потеряна не случайно. Я молюсь, чтобы Дженитиви был жив, но с каждым днем надежда угасает. Я пытался ему помощь послать. Недавно приезжали рыцари из Редклифа, тоже его искали. Я послал их следом за Дженитиви, но они тоже пропали. Не спрашивай меня, куда они отправились. Ты пойдешь за ними, и с тобой тоже приключится беда. Эти поиски. Мы все теперь проклятые. Есть вещи, которые нельзя отыскивать. Теперь я это понял. Да будет так. Все, что он сказал перед отъездом, что остановится в гостинице у озера Калинхат и будет что-то обследовать в тех краях. Не знаю.
Я копался в его записях, но удалось выяснить лишь, что он жил в гостинице. Да, конечно, он сказал. Но я порылся в его записях. Хотел выяснить, нет ли других указаний, где его искать. Нет, не нашел. Все указывает на одно и то же место. Ты зря тратишь время. Если уж решил искать брата Дженитиви, нужно отправляться немедленно. Я имею в виду, ну, ты говорил так искренне. Если уж кому-то суждено найти брата Дженитиви, пусть это произойдет как можно скорее. Я просто его помощник и следую инструкциям. Да, конечно, спасибо за заботу. Время для меня было тяжелое. Я порой не знал, что думать, не понимал, что чувствую. Я хочу, чтобы Дженитиви спасли, но не хочу, чтобы еще кто-то пострадал. Ты ведь понимаешь меня, правда? Отправляйся за Дженитиви, если иначе не можешь, но будь осторожна. Новый Эрл Денерима приказал никого в Эльфинаш не пускать. Там был мятеж эльфов. Остроухие даже осмелились напасть на единственного сына Эрла. И хладнокровно убили его. Поскольку все Уриены вымерли, регент назначил новым Эрлом Денерима Рэндона Хоу из Амарантайна. А тот первым делом велел вычистить Эльфинаш. Там сейчас такой переполох. А когда наведут порядок, ворота откроются. Иди своей дорогой. Какие они эти? Приветствую вас, миледи. Если ты при деньгах, добро пожаловать в наш магазин. Если нет, ступай себе мимо. Когда здесь толчется слишком много беженцев, они мешают покупателям. У меня и в мыслях такого не было, госпожа. Тебе явно не пришлось голодать. Держишься ты прямо, ходишь уверенно. Плохие времена настали в Ферелдене. В городах, которые дальше к северу, торговля повыгоднее, ну и здесь можно получать прибыль. А теперь из-за войны и мора торговля идет плохо. О, да. Дубина, я ведь могу попросить отца отправить тебя на юг, драться с порождениями тьмы. Рада снова тебя видеть. Это мои цветы так очаровали тебя. А может, тебе надоели городские запахи, и ты купишь у меня орлесианских масел? А приятный запах не полезет? Ты верно ищешь кузнеца Вейда, а потом отправишься на юг? В чем дело? Мне надо Ладно. К
гномьи... С возвращением. Желаешь взглянуть на что-нибудь еще? Только лучшие изделия прямиком из Арзамара. Расскажу, что смогу. Хоть я обычно не торгую тем, что мне не принадлежит. Это столица Ферелдена, так что всех важнее тут королева и регент. А вот у городской стражи, судя по всему, теперь новый начальник. Эрл Рэндон Хоу. Он откуда-то с севера. Самая главная новость — собрание земель. Во всех особняках Денерима слуги спешно наводят порядок, дожидаясь прибытия своих хозяев. Это столица Ферелдена, так что всех важнее тут королева и регент. А вот у городской стражи, судя по всему, теперь новый начальник. На всех товарах стоит личная печать моего тестя, лучшего кузнеца в Денериме. Превосходные гномьи изделия прямо из Арзамара. Лучше найдете. Займись чем-нибудь другим. Мое дело тебя не касается. Сомневаюсь. Да, ты прав. Это очень интересно. Я возьму у тебя эту записку и конфискую весь этот лириум в качестве улики. Друг мой, ты свершил великое дело. Дни этих преступных магов сочтены. Добро пожаловать обратно. Ищешь хорошие доспехи? Конечно. Спасибо за помощь. К несчастью, я с тебя глаз. Рад новой встрече.
Все живущие в мире есть суть творения Создателя. От рабов и до королей. Кто же будет... Кромешная тьма перед первым лучом рассвета кажется его. Отставлен будет и проклят Создателем. Знаешь, кого напоминает мне наш? Добро пожаловать в чудеса Тедеса. У нас имеются изделия мастеров круга и различные другие диковины. Что желаете посмотреть? Я готова. Добро пожаловать в чудеса Тедеса. У нас и... Добро пожаловать в чудеса Тедеса. У нас имеются изделия мастеров...
Что за паршара? Лучше, пожалуй, смотреть в пол. Я не стану брать вину на себя. С самого начала. Спасибо, я не стану задерживаться, чтобы поглядеть, чем все это закончится. Сражение. Магия должна служить человеку. Я как раз к этому. Что я могу предложить тебе, незнакомка?
Погоди, Серый страж, которая уничтожила проклятие. Я желаю знать, что стало с оборотнями. Куда они пошли? Какая разница? Эти твари убили моего мужа. Они убили столько моих соплеменников. На них кровь долийцев. Если они снова стали людьми, тем легче будет мне отомстить за их преступления. Говори, где они? Месть уничтожила его. Да, я... Может быть, ты и прав. Если они ушли и больше никогда сюда не вернутся, что ж, может и вправду лучше на этом все закончить. Тогда мы вернемся в лагерь. Спасибо тебе за мудрые слова. Прими от меня в знак благодарности вот эту вещицу. Она принадлежала моему мужу, и я больше не могу ее носить.
Победа! Далийка все же спасла нас от проклятия. Да благословят тебя творцы. Но теперь с нами нет Затриана. Столетий. Надеюсь, он умер достойно. Вот и славно. Хорошо, что у его сказки оказался счастливый конец. Наши потомки будут чтить его как героя. А теперь хранительница Ланая готовит нас к войне на стороне людей. Я и подумать не мог, что доживу до такого дня. А я охотно буду биться с порождениями тьмы. Вот как? Что ж, будем надеяться, что ты вернешься и расскажешь нам о них. А ты, чужак, быть может, когда-нибудь я стану рассказывать сказки о Сером Страже? Андорана Тишан, Серый Страж. Садись к нашему костру, если хочешь. Я ценю, что ты стараешься отыскать его, но велика ли надежда? А Нейрин целитель? Ты знаешь о Нейрина? Он жив? Нет, не может быть. Наверное, эльфов с таким именем много. Нет, я знаю только одного Нейрина. Да, похоже на правду. А Нейрин говорил, что он из людского города. Так значит, вы с ним старые друзья? Если ты ищешь Анейрина, придется тебе отправиться в лес. Он предпочитает жить среди деревьев и животных. Все равно большое спасибо. Пару-тройку историй. Наш клан уже не раз проходил этими местами, даже когда здесь жили шемлины. Коли желаешь, могу рассказать тебе, что знаю. Рассказ будет недолгий. Наши легенды гласят, что до прихода шемлинов лес Брисилиан был домом для наших предков, и что они жили здесь еще до времен нашей первой родины. Потом сюда пришли имперцы. Это они дали лесу нынешнее название. Мы не знаем, нашли ли они здесь наших предков. Если и нашли, то тех эльфов убили, либо обратили в рабство. Мы знаем только, что здесь произошло великое множество битв. Эти деревья выросли на могилах павших, и шемлинов, и эльфов. Столь великое множество смертей разорвало завесу между нашим миром и загробным. Шемлины называют загробный мир тенью, местом, где обитают сны и духи. Когда завеса рвется, духи свободно проникают в наш мир. Легенды гласят, что однажды могучий дух вселился в волка, которого назвали Бешеным Клыком, и который перенес свое проклятие ярости на людей, породив оборотней. Затриан убежден, что да. Он говорит, что Бешеный Клык, в отличие от простых оборотней, бессмертен. Бешеный Клык — это дух в зверином обличии, поэтому он не стареет. Даже не знаю, можно ли его убить. Как бы там ни было, он очень старый и могущественный. Почти как сам Затриан. Говорят, их там множество. Эти духи вселяются в деревья, в волков, даже в мертвые тела. Понимаешь, они жаждут реальной жизни. Кто знает, какое значение империя придавала этим землям. И сколько эльфов умерли здесь в рабстве. Даже варвары, которые пришли уничтожить империю, сражались и гибли на этой земле. Этого никто не знает. Когда здесь жили шемлины, проклятие каждый год забирало кого-то из их племени. Они сбегали в лес, и больше их никто не видел. В конце концов, шемлины ушли из этих мест. Судя по всему, оборотни продолжают свой род, передавая проклятие потомству. Притока новой крови у них не было до недавних пор.
Болтают, что кое-кто из наших уже обратился. Но хранитель это отрицает. Что до остальных, они либо умрут, либо станут оборотнями, если только их не убьют из сострадания. По мне, так лучше умереть, чем стать бездушным диким зверем. А ты как думаешь? И последнее предупреждение. Этот лес словно живой. Он меняется по своему желанию, убирая тропинки у тебя за спиной и создавая новые. Многие заблудились в нем навечно, так и не найдя пути назад. На твоем месте я постарался бы не вызывать враждебность леса. Андарана Тишан, серый страж. Дарят Ширал. Бедняга Затриан. Столько веков прожил. А теперь погиб. Нам будет его не хватать. Помолимся творцам, Литалин. Отец всего. Прости вину нашу всей беде. Встретили бы смерть на... Мы трудимся в поте лица, чтобы смастерить снаряжение для всех наших охотников. В бою ты еще убедишься, что наше оружие несравнимо ни с каким другим. Я не купец, но у меня есть многое из того, что тебе может понадобиться. Фаландин, друг смерти, укажи нашим сыновьям и дочерям прямой путь в тот мир. И больше всех одинокий охотник, ужасный волк, он еще придет со всеми нами. Но... Ныне он повернулся к нам слепым глазом, и мы преисполнились благодарности. Ибо мы, далийцы, хранители утраченного знания, странники на одиноком пути, и никогда впредь мы не покоримся. Мы трудимся в поте лица, чтобы смастерить снаряжение. Я не купец.
снова пришла проведать нас с Галлой, да? Не знаю. Если ты чем-то сумеешь помочь ей, я буду благодарна. Нет, очень жаль. При тебе она точно так же возбуждена. Ну, что ты думаешь? Все равно спасибо за попытку. Я понаблюдаю за ней еще немного. Погляжу, не изменится ли ее состояние. Благодарю за помощь, моя дорогая. Скажешь.